Сегодня в Мариуполь прибыл важный гость из ЕС – еврокомиссар Йоханнес Хан. В ходе визита в наш город он отметил, Евросоюз будет и далее поддерживать Украину на ее западном пути развития – реформы медицины, децентрализации, земельную реформу. З самого початку кризи ми надали Україні з різних джерел, як Європейський Союз, приблизно 400 мільйонів євро допомоги. A lot of it was for humanitarian aid and assistance. Значна частина була використана на гуманітарну допомогу. Также еврочиновник посетил социальные объекты города, созданные на деньги Евросоюза. Это амбулатория в левобережном районе города и социальное общежитие по улице Якова Гугеля. Пошли, стали в департамент, вот, на учет нам, как бы сказали, заполнили анкету. Вот, ну и поставила социальная служба нас как бы на очередь. Ну, я как переселенка и мама-одиночка с ребенком, поэтому мне как бы меня поставили сразу на учет. Ну, я подходила для этой программы социальной. Мы жильем здесь, обещают, насколько помню. 18,5 квадратных метров, одна комната нам с ребенком. Да. Реконструкция здания, установка сантехники, пожарной сигнализации, кухонного оборудования полностью финансировались за средства Евросоюза. В местном бюджете денег на такие цели не нашлось. Двухэтажное общежитие, 6 кухонь, 6 душевых, в каждой комнате холодильник. Таким будет жилье для 75 человек, которые вскоре уже заселятся сюда. Кухня общая, душ общий, вот, а в комнате стоит две кровати для ребенка и для меня, холодильник, шифонер, тумбочка, ну и столы еще обещали привезти. Машинка на кухне, да, общая. Получить социальное жилье могли люди с низким достатком. Матери-одиночки, люди с инвалидностью, сироты, не имеющие своей жилплощади, а также переселенцы, чье жилье пострадало от военного конфликта в Донбассе. Сумма, выделенная Евросоюзом на строительство общежития, более 5 миллионов гривен.